Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале «Опасная бритва» Бруклин Продакшн. И сегодня, друзья, не побоюсь этого слова, распаковка, бомбическая распаковка от компании Timeless Reza. Это вторая посылка, которая приходит на канал для нашего обзора. И сегодня я уже знаю, что в этой коробке находится безопасная бритва от компании Timeless Reza, которую нам прислали для обзора, для того, чтобы мы сравнили вот ту бронзовую бритву с вот этой бритвой, которая имеется в этой коробке. Забегая немножечко в историю, после просмотра моего ролика с бритьем безопасной бритвой компании Timeless Reza Bronze с небольшим гапом 0.38, она была все-таки менее агрессивная, мне предложили протестировать бритву более агрессивную. И для того, чтобы сравнить нам с вами, для того, чтобы посмотреть, как она в работе, сравнить эти две бритвы, в общем, поиграться, посмотреть, потрогать руками, все как мы любим. И сегодня вот в этой коробочке, я, честно говоря, переполняет эмоциями, такой легкий трепет сумасшествия в голове. Ну, как вы можете понять, не так все просто, и не каждый день присылает компания Timeless Reza бритвы на обзор. Ну что, ребята, распакуем, посмотрим уже. Пару часов в ожидании. Так, имеется вот такая коробочка уже. Вот такая вот наклеечка Security Seal. То есть она специально запечатана. То есть она как бы прошла местный их ОТК. И тем самым проверили комплектацию, отправили получателю, скажем так. И коробочка интересная. Коробочку нельзя открыть просто так, она запечатана, так интересно сделана, что открывается только в этом месте, поэтому открыть ее по-другому невозможно. И сейчас вот это открытие будет только на камеру. Значит, ну сейчас посмотрим, что внутри. Я так догадываюсь, а вот в реале что там будет происходить, сейчас посмотрим. Так, одну мы разрезали. Так, что-то так все хорошо разрезалось, но будем еще, а вот еще есть. Так, и, наверное, со второй стороны тоже есть скотчик. Ну и здесь откроем тоже. Может, он тут тоже будет открываться, не знаю. Коробочка выглядит очень оригинально по сравнению с обычной коробкой для упаковки. Так, ну что, вот так вот она открывается, очень большая штучка. И здесь много чего интересного, кроме бритвы. Да, ребята, Timeless Reza радует тем, что относится с уважением и к обозревателям. Так, первое, что нас встречает, Shaving Soap. Мыло для бритья компании Timeless Reza. Сейчас посмотрим, пока вымем из коробочки. Фирменное полотенце для компрессика, как я понимаю. Это уже интересно. Так, что-то еще здесь есть. А это что? Ну, сейчас мы посмотрим, все вымем. Много. Я ожидал бритву, а тут очень много всяких, много вещей интересных. Это бритвочка здесь, ребята, бритвочка здесь. Это классно. Будет чем сравнить, потому что бритва была бронзовая, не такая агрессивная и как-то очень чисто брила, но с моей обросшестью она очень так вот, хотелось бы чуть-чуть побыстрее процесс завершить, а приходилось по несколько проходов в одном месте проходить для того, чтобы было очень чисто и комфортно. Бритва отработана на 200%, ребята, здесь чаша компании Timeless Reza, вот такая вот чаша, с такими насечками, все как мы любим. Напоминает компанию Pereira Shavery. Но Pereira Shavery немножко другая чаша. Это более компактная в руке. Компания, опять же, такие логотипы Timeless Reza. Ну, теперь вообще заживем. Теперь уже можно выбирать. Всю керамику я уже выкинул. Остались у меня теперь две чаши. И вот эта чаша замечательная. Отлично, очень красиво. Так, по-быстренькому посмотрим полотенце. Полотенечко обычное, да? Все равно откроем, посмотрим, будем пользоваться. Очень все замечательно. Размеры сейчас посмотрим. Такое большое достаточно полотенце.
приятная на ощупь. Что у нас здесь написано? 100% ring spun cotton. Хорошее катоновое полотенце, такое приятное, ворсистое, душевное. С логотипами компании очень все красиво, да. Мне очень нравится. Будем запаривать кожу замечательным полотенцем. Все синий. А мыло тоже открываем. Открываем, смотрим. Так. Открываем, смотрим. Так, все в кулечках, все запечатано. Черная коробочка, пластик. Этерия. Так, мыло такое коричневое, плотненькое, достаточно плотненькое. Различные масла, кокос, ши, стеариновая кислота, авокадо, молоко год это козы, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Кокосовое масло, экстракты различные. В общем, большинство компонентов, которые входят в мыло, это такого растительного происхождения. Масло, как говорят, веганское, да, веганское. Не знаю, как правильно произнести. Будем пробовать. Этерия Shaving Soap. Где-то порядка здесь, наверное, больше 100 грамм в этой банке. Не указано. Но уже интересно. Ну что, ребята, бритвочка. Коробочка вся та же. Коробочки уже узнаваемые нам. Мы их очень хорошо знаем, но не будем затягивать бантик. Бантик. Так. И как iPhone открывается. Раз такой. Опять, опачки. Stanley Steel. Так, нас встречает тряпочка для протирания бритвы. Так. Стандартный набор визиточек. Предупреждение, что не все так просто и аккуратно. Брейтесь. Наслаждайтесь вашим бритьем. timelessrazor.com. Ваше с уважением Timeless Razor. Отлично. Это очень приятно. Так, подставочка. Подставочка тоже тяжелая такая, как чтобы бритвочка была. Так, наша бритвочка. Пока отложим коробочку в сторону. Так, бритва. Stanley Steel. Такая матовая поверхность. Матовая. Ближе может показать вот тогда. Матовая поверхность. Логотип компании Timeless Razor. Сейчас открутим, посмотрим, какой гап у этой бритвы. Так, плита. Где тут написано? Это 95. Это 0,95. Видите, вот здесь это указано. 95. Так, 95. Это уже очень агрессивная по сравнению с 0,38. Так, мы имеем вот такие вот две плиты, верхнюю, нижнюю, прижимную и ручку. Ручка такая достаточно тяжелая, весомая, с такой приятной насечкой и глазу приятной. Очень все интересно, как она будет работать. Так, будем сравнивать эти две бритвочки, которые у меня есть от компании Timeless Razor, с одним лезвием по количеству проходов, по качеству бритья. Работы непочатый край. Timeless Razor забила все эфирное мое время. Это правильно. Очень приятно. Не будем отвлекаться на мелочи. Всякие разные. Типа побреемся за $1 без бритвы и ногтей. А будем бриться настоящим. Вот таким вот произведением искусства. Так что теперь шутки в сторону. Будем испытывать, проверять, пробовать, смотреть, наслаждаться, кайфовать. Я не знаю, как это будет назвать. Чувства сами придут во время процесса, но уже очень-очень-очень-очень переполняет все меня. Так что, ребята, вот такая вот была сегодня замечательная распаковочка. Компания Timeless Razor очередной раз порадовала в первую очередь нас, зрителей, меня как
человека, который все это будет испытывать, но интересно потрогать, посмотреть и вживую понаблюдать даже за тем, как будут работать эти бритвы. Это мыло, это чаша, это... Ну, в общем, все, что вы видите сегодня, будет все на обзоре, будет неоднократно. Будем пробовать, проверять. Это не просто один раз прогнать и сказать, что так. Нет, надо проверять, потому что интересно сложить мнение. Мнение складывается из многих аспектов, в том числе и времени, и которое ты провел с этой бритвой, как ей работать, и даже времена года играют очень большую роль. Так что, ребята, вот такая сегодня была замечательная распаковочка. Смотрим дальше, как это будет все происходить во время процесса бритья. Да и будут обзоры различные с этими всеми принадлежностями, инструментами. Так что, ребята, кто попал первый раз на канал, подписываемся. Не забываем, чтобы не пропустить это видео от первого лица, от моего. А дальше посмотрим, да? Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр.